временно исполняющий обязанности начальника управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Уральского регионального центра МЧС России подполковник Казаков Валерий Юрьевич. Валерий Юрьевич, расскажите, что произошло и каким образом идет тушение, какие службы? Пожар произошел в складском здании в Березовском городском округе. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. На пожаре создан штаб тушения пожара, три участка тушения пожара. Общее количество подано на тушение 13 столов. Вода подается к месту пожара от двух пожарных гидрантов на расстоянии 150 и 200 метров. А также осуществляется подвоз воды от пожарного гидранта на расстоянии 1,5 километра пожарной техникой и приспособленной техникой муниципального образования. Сложность тушения заключается в том, что большая пожарная загрузка в этом складском помещении, наличие большого количества баллонов с аэрозолью, бытовые, наличие пиротехники, приходится личный состав отводить на безопасное расстояние. В целом работа по тушению организована. На тушение пожара задействовано 78 человек, 32 единицы техники.